Красмордор. Кандидат в мастера спорта из города Кондрово Калужской области Павел Алексенков. В 197 боях Павел одержал 150 побед. Является чемпионом Калужской области. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Вадима Мезенцева. В 7 углу кандидат в мастера спорта из Москвы Тимур Гамзатов. Тимур ведет, тренируется под руководством Григория Пинчука и Александра Тумашова. На ринге 7-й финал. Категория 81 килограмм. Рефери этой пары, судья всероссийской категории Михаил Шевяков, Тула. Сигнал за заряд. Второй раунд.
красном паре Алексей Жуков, Владимир Маркел. Секунданты за ринг. Третий раунд. Самый классный, да, такой день? Какой классный был. Вообще, классный, да. Вообще интересно, да. Это самый интересный боксер, наверное, здесь. Приготовился восьмой парень Алексей Жуков, Владимир Маркелов. Первое место во всероссийском турнире класса по боксу победил Виталий Карелин. И право на присвоение звания мастер спорта России по боксу завоевал боксер синего угла Тимур Гамзатов, Москва. Поздравляем Тимура и его тренеров с этой победой в Твери в 2017 году.